смене прошел третий тур конкурса «Битва профессий» для участников программы «Город мастеров». У ребят было творческое задание – сделать арт-объект для одной из компетенций Всероссийского учебно-тренировочного центра профмастерства. Дети представили компетентному жюри суперсовременный фотоаппарат, модель умного дома, светящегося робота и многое другое. Робота сделал 9-й отряд во главе с Катей Сематовой. Катя планирует после смены продолжить изучение компетенции инженерия космических систем. Также она рассказала о том, что робот-космонавт станет символом их дружного отряда. По идее, по нашей задумке, смена подходит к концу, и когда мы уедем, его, так сказать, лицо, там, скафандр, будет светиться. Светиться он будет от нашей любви, нашей веры в эту смену и в наш отряд. На компетенции интернет-вещей 16-й округ сделал макет современного футбольного поля. Это только начало работы, и ребята планируют добавить подсветку и звуковое сопровождение. Артем Чайка из станицы Новоджерелинской уверен, что благодаря полученным на компетенции знаниям у них это получится. Артем уже смог многому научиться. Мне здесь очень нравится. Мы здесь, получается, программируем, заставляем, например, светодиод светиться, опять же таки программируем его, чтобы он светился, либо подключаем специальные колонки, чтобы издавали звук. Победители конкурса «Битва профессий» будут объявлены в конце смены. За 2 недели, проведенные во Всероссийском детском центре, каждый отряд стал настоящей дружной командой. Мальчишки и девчонки многому научились и увезут с собой новые знания и яркие впечатления.